Бабушка Вика, а кого же ты тут такая взялась? Из лесу. Ученика. Из лесу? Да. Разве у вас в лесу правила дорожного движения не знают? Это кто такой? Анастасия Пикулева, волонтер компании «Уралкалий», сегодня вновь пришла в детский сад, да еще и в очень необычном наряде. У Насти и ее команды волонтеров сегодня задача такая – рассказать будущим первоклассникам о важности правил дорожного движения, доступной для детей форме. Ну, они маленькие, надо принести как сказку, чтобы они все поняли, им было интересно смотреть. Не просто вот как вот с карточками приходят и рассказывают все. Что-то как-то мутно, ничего не понятно. А вот на примере сказки все ясно и понятно. Еще совсем чуть-чуть, и эти ребята должны будут резко повзрослеть и стать самостоятельными. Дорога в школу и обратно без сопровождения взрослых – новый этап в их жизни, где просто необходимо знать на зубок ПДД. И не просто знать, но и применять их на практике. Формирование основ безопасного поведения на дорогах является важным направлением работы детского сада. И мы очень благодарны компании «Уралкалий» за проведение такого интересного и познавательного мероприятия для наших воспитанников. Особенно актуально это сейчас, потому что с 20 августа по 20 сентября проводится месячник безопасности детей. Знания ПДД оберегают наших детей. Представители компании «Уралкалий», одной из базовых ценностей, которой является безопасность, считают, что прививать ее необходимо с самого раннего возраста. Ведь так мы проявляем свою заботу о подрастающем поколении. Ольга Распономарева, Никита Игнатьев. Наши новости.